это вы, друзья, привет! С вами Блудлинес, и сегодня мы поиграем в такую замечательную игру. Вообще, такая замечательная игра, что у меня, блин, волосы из жопы выпадают. Ну, показал на голову. Ну, то же самое, голова, жопа. Не имеет смысла. Сегодня мы поиграем в такую игру под названием Steve Office. Вторая часть это или третья, это обновленная версия. Я не знаю, но вам вроде бы понравилась первая часть, и я подумал сделать вторую, как бы, тем более обновленная. Я думал, это прохождение, ну, точнее, продолжение той части. Но я не знаю, сейчас посмотрим. Что это вообще такое? Ну, первая часть, конечно, мне понравилась. Gangnam Style, Gangnam Style. Yawn, I has been long day is work. Steve, I shall... Короче, он говорит, мне стоит пойти домой. Да ладно, серьезно. 5 часов утра. Да я тебя как мама родила. Так, надо проверить с Powerella какую-то. Или кого? Ну, как всегда, мы сюда заходим с Powerella офис. She is not here. Ее тут нету. Да, ты что, серьезно? Ее и в прошлый раз тут не было. Как всегда, тут одно и то же. Мы помним, да, ту часть? Ну, все смотрели ту часть. Ну, давайте будем следовать плану. Что тут изменилось? Что будем смотреть, что изменилось? Use the right mouse button pick. На правую кнопку мыши мы должны использовать что-то. Но ничего не происходит. Hold left mouse button to turn flashlight on. Это означает, что типа включите на левую кнопку мыши. Фонарик. Но какой нахрен фонарик? Тут нету фонарика! Тихо-тихо, Блудлинес, спокойно, спокойно. Все хорошо. Царь знает, что делать, царь-государь. Воу! Воу-воу! А тут не было комнаты, помните? Тут ее не было. Ух, ух, ух. Мы взяли фонарик? Left to map. А, так вот, что вы хотите этим сказать. Мы вот здесь взяли фонарик. В прошлой части не было его, точнее версии в прошлой. А помните, тут хрюкали кто-то аккуратно? О, Алла Пугачева, как у вас дела? Почему вы не выступаете на сцене? Что такое? Меня выкинули. Так пошли вы знаете куда. Воу. А, этого тут не было раньше, помните? Тут раньше... Ай, блядь, твою! Пошел нахер, собака! Воу, тут раньше не было этого. Тут был пистолет. И еще кое-что. Блин, я заплевал весь монитор. Так, ну, мы уже видим с вами, что это совсем другая комната, совсем другие объекты. Я думал, мы сейчас опять выйдем с пистолетом, опять будет играть Gangnam Style. Я возьму пистолет, расхуярю просто всех. Поубиваю, точнее. Не буду материться. Так, я видел у кого-то летсплей. Сюда не стоит заходить пока что. Пока что. Мы сейчас зайдем сюда. Тут зомби или кто там, я не знаю. Like a boss. Прям как босс, да? Так, ну пистолета тут нету, нам надо срочно пистолет, если мы его не найдем. Зачем тут фонарик? И хватит орать мне на уши. Фонарик тут вообще незачем, потому что тут нету нигде темноты. Воу. Где пистолет? Пистолет должен быть тут, по идее. Твою мать, пошла собака. Пистолет. Пистолет, срочно! Пистолет, пистолет, пистолет! Где пистолет, мать вашу? Пистолет, 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 пистолет! Ну где? Как? Как проходить игру без пистолета? Откройся, сука! Закрывай, закрывай, закрывай дверь! Нет! Я знаю, что можно сделать. В принципе, беги за мной! Кто там орёт на всю улицу? Давай, мы сейчас обежим просто ее. Я так думаю, что тут пистолета... Воу! Воу! Вомотай! Быстрее! Двери, 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 двери! Нет! Я закрыл их за собой! Падла! Сука! Тихо, тихо, тихо! Опа, опа! А, это просто... Что? Enter to use. Воу, 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 воу! Давай, 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 давай! Опа! Ты, сука, я думал, ты там! А! Ай, нет! Блудлинес, ты просто дурак! Беги!
Аптечка. Воу, как в Mortal Kombat. То есть не Mortal Kombat, а... Ой, блин, Half-Life. Пошел нахрен. Что за игра? Где пистолет? Как без пистолета можно вообще проходить? Может, он у нас есть? Может, я на что-то не нажал? Тихо-тихо, валим. Это просто нечто. Я не знаю. Так, и мы продолжаем дальше. Это уже третий уровень. I have feeling something behind me. Я чувствую, что что-то сзади меня происходит. Да ладно, чувак. Ты сейчас скажи, что это кетчуп Каливи, которым обма... Падла! Ай, не вылазят из ящиков! Ай, твою мать! Не хай! Беги! Иди в сраку! Я как паркур! Паркур, давай! Ой, там куча ящиков! Как мы разгребем? Как мы разгребем это все? А, можно запрыгнуть, наверное, можно. Давай, твою дивизию! Блин, сохраниться надо, чуваки, сохраниться! Сейф гейм. Срочно, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ключ. Я даже не могу нормальную оценку дать игре, потому что игра тупорылая. Я не люблю спойлеры, я не люблю смотреть в играх, что происходит. Поэтому я взял ее, просто начал проходить. Что? Что вы мне читаете за стишки? Я их еще в школе недолюбил. Монстр уже не бежит за нами. А фонарик-то нахрена тут? Блять! Твою мать, еще шкафы открываются сами! Хватит! Почему? Ай, блять, подло, беги! Майонеза мы мне в макароны! На голове, которые... На тебя фонариком, тварь! Пожалуйста, хватит эти звуки плохие пропускать через мои водоканальные уши. Беги! Что ты так медленно идешь, как черепаха-тортила? Ой, тут дверь. Там кто-то есть. Надо ключ для двери. Мы с тобой сразимся. Я тебя так не оставлю. А ключ, наверное, на столе. Опа! Он не бежит даже за нами. Чё я пугаюсь? Тут нормально все. Все. Я помню, порезал палец. Мне отрезало палец. Ой, сейчас мы разобьемся, наверное. И вот так все стены тоже в крови были. Вот и все, дорогие зрители. Это и все. Что тут? Ни пистолета не было, ничего. Как я могу вообще в это играть? Зачем я в это играл? Ну ладно, инди-игра такая. Они все такие. Пока нету трейна, мы будем смотреть на такое. Ну, в принципе, неплохо. Такие эмоции я получил. Я, наверное, пойду сейчас бахну валерьяночки. То моя валерьяночка уже закончилась. И все. Я отрежу себе левую ягодицу и пришлю по почте своему другу. Всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и все. Я пошел спать.